Гуляя по пушкам, вы могли видеть этих девочек-акробаток, которые занимаются на полотнах. Ткань привязана к высокому дереву, а трюки, которые они выполняют, порой захватывают дух из-за красоты исполнения и страха. Тренер девочек Чимбуририна утверждает, занятия на полотнах кажутся страшными только с виду. На самом деле, при должной физической подготовке и соблюдении техники безопасности, заниматься на высоте может каждый без риска для здоровья. Если ребенок не имеет освобождения от физической культуры, если он занимается спокойной физической культурой, даже не имея каких-то прошлых навыков, он может прийти, попробовать, если его заинтересовало, если ребенок трудолюбивый, хочет себя показать, какой он есть, тогда да, он останется и будет тренироваться. Потому что есть как взрослые, так и дети, они придут, попробуют, на видео это все легко, красиво и просто, но подержавшись за снаряд, понимая, что тут надо работать, и работать очень много, многие пугаются и уходят. В 11 лет Ирина попала в цирковую студию. Очарованная красотой выступления цирковых акробаток, она решила, что тоже хочет выступать. Свое желание исполнила, но спустя много лет в цирке заскучала. Новой мечтой стала возможность тренировать детей, выигрывать в престижных соревнованиях и всегда двигаться вперед. После рождения ребенка я хотела вернуться в цирк, но сама уже цирковая деятельность меня не так интересовала. В цирке хорошо, красиво, эффектно, но там нет развития. Если ты где-то что-то не сделал, не доделал, тебя за это никто не осудит. После рождения ребенка я узнала о новом виде спорта, воздушная силовая атлетика на цирковых снарядах. Меня это заинтересовало. И там лучше развитие. То есть каждые полгода обновляется программа. Судьи тебя осуждают абсолютно за все. Не втянутые колени, не втянутые носки, осанка, хореография, пластика, артистизм. Это все надо преподнести очень красиво. Девочки очень любят заниматься в пушках. Во-первых, им нравится высота. Полотна на дереве прикреплены выше, чем в зале. Во-вторых, свежий воздух. И, наконец, то, что им нравится больше всего, это внимание мимо проходящих людей. Вот молодцы девчата сейчас, а какие? Я просто спокойно тренируюсь. Я хочу отработать свой номер и хочу быть знаменитой на весь город. Мне нравится заниматься в лесу, потому что здесь люди на тебя смотрят, и это приятно. И плюс здесь можно отработать элементы, которые нельзя отработать в зале, потому что там высоты не хватает. Саше 15 лет. Благодаря хорошей растяжке она буквально за несколько месяцев перестала бояться высоты и своими трюками впечатлять прохожих. Я занимаюсь полгода, и опыт приходит ко мне со временем, то есть нужно все отрабатывать. Вообще этот спорт требует силы и стойкости. И даже здесь тренируются маленькие дети с 6 лет, они уже понимают, насколько это ответственно. Даша Ярошевич и Островская Вика выступают в паре. Говорят, вдвоем проще. Чувствуется поддержка друг друга. Страшно только за нее. Страшно. За себя не очень, за нее страшно. А мне за нее страшно, за себя не очень. Воздушная акробатика – эффектный вид спорта. Человеческая грация в сочетании с красотой природы делает тренировки девочек в пушках особенными. Это шоу, вход на которое бесплатен, а само пребывание на нем полезно для здоровья тела и души.